одного рисунка. Черно-белая гра... Девочки, я еще вот что хотела сказать. Кто-то мне написал, что типа хватит там страдать, писать посты, девочки. Я пишу те вещи, которые я сама прошла. Напоминание вам, чтобы вы не совершали ошибок, на которых я научилась, и делюсь с вами. Вот и все. И по поводу личной жизни. Запомните, счастье любит тишину. Покажи, как ты прыгаешь. Yeah.